Кино на ТВ Рус. Мам, кто звонил? Таня, подруга твоя. Просто у Тани навязчивая идея меня с кем-нибудь познакомить. Кстати, неплохая идея. Ну, можно я сама с этим как-нибудь разберусь, а? Сколько можно? Все одна, одна. Алло, как там по поводу выставки? Может, я не пойду, а? Опять эти упаднические настроения. Куда идешь, мам? На выставку. А ты почему еще не готова? Я готова. Ты что, в этом собираешься идти? Теперь понятно, почему ты одна. Теперь никто не устоит. А, Танька, хватит сватать меня уже. Ну и как вам? Честно говоря, не очень. Знаете, а вы не первая, кто уже мне об этом говорит. Так вы и есть. Андрей Клеменский. А вас как зовут? Лена, ты что, меня на свидание приглашаешь? Ну, типа того. Давно я не видела себя такой счастливой. А кто твоя жена? Да я вроде как не женат. Они все были недостойны тебя. Просто все женщины, с которыми я встречался, чего-то ждали от меня. А я не принц. Людмила Курепова и Антон Макарский в фильме «Когда цветет сирень». В воскресенье на ТВ Рус.